Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Вчера, 17 июня, прошел вебинар компании Eagle Bitrate, на котором были озвучены последние новости. В данном видео я постараюсь коротко изложить основные новости на сегодняшний день. Итак, компания Eagle Bitrate стартовала в сентябре 2017 года и первые полгода продолжалось планомерное развитие. Вот и вывод средств в биткоинах происходил четко и быстро. На мероприятии в Мадриде в марте 2018 года было объявлено, что компания начинает сотрудничать с платежной системой Pages, которая выпустит для партнеров карты и можно будет выводить средства прямо на карту. Платформа Pages много лет работала с фиатными деньгами, но не работала с криптовалютами. Подобный функционал они внедрили только в январе 2018 года. И как оказалось, система имела много недостатков, из-за которых при работе стало возникать много проблем. Зависание платежей, непрохождение транзакций и так далее. У сотен людей средства, перечисленные из кошельков Pages, просто не пришли. Ввиду возникших проблем, Eagle Bitrate расторг контракт с Pages и начал сотрудничать с EcoBank Coin. Клаудио Энрике Барак Обама – это бизнесмен, председатель правления EcoBank Coin. На сотрудничество с данной платформой стоит очередь. Он сам прилетал на Мадейру и рассказал, что прежде чем начать сотрудничать с какой-то компанией, ее проверяют на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Итак, здесь вы видите официальный сайт Клаудио Энрике Барака Обамы. Ссылку на сайт вы можете видеть внизу экрана. А на этой странице вы видите официальный сайт платежной системы EcoBank Coin. Ссылку на данный сайт вы также можете видеть внизу экрана. EcoBank Coin – это единственная компания в мире, которая предоставляет сервис от двух провайдеров одновременно – Visa и MasterCard. Visa прекратила сотрудничество с платформами, на которых происходит обмен фиатных денег и криптовалют. Поэтому была пересмотрена форма лицензирования, были использованы особые протоколы, и для всех площадок, на которых происходит обмен фиатных денег и криптовалют, введен жесткий регламент, каким образом работать можно, а каким нельзя. Клаудио Энрике приехал на 10 дней в Португалию специально для того, чтобы тестировать привязку EcoBank Coin к Eagle Bitrate. Система должна быть максимально устойчивой против ошибок и хакерских атак. Был создан мастер-ключ, с помощью которого будут выявляться фейковые платежи. За первые полгода работы компании было выявлено 24 тысячи фейковых платежа. Ежедневно происходит до 1000 хакерских атак и попыток взлома. Те, кто оплатил карту в системе Pages, получат сразу две карты от EcoBank Coin. Одна карта будет системы Visa, другая MasterCard. На этой неделе карты должны быть доставлены в офис Португалии. Из этой партии постараются как можно быстрее доставить карты для партнеров в России. Как работал вывод в системе Pages? Сначала средства выводились на систему Pages, при этом теряли какую-то сумму на транзакции и обмене, а затем уже выводились из системы Pages. В случае Eagle Trade Card деньги поступают прямо на карту. Будет предоставлено мобильное приложение, с помощью которого можно будет отслеживать состояние вашего счета прямо в телефоне. Пользоваться Eagle Trade Card или нет, каждый решает сам, это не обязаловка. Можно будет также выводить средства из кабинета на свой биткоин кошелек, как и раньше. Но большинству наверняка понравится выводить средства на свою карту и совершать покупки или выводить наличные в банкоматах. Сами по себе карты безлимитные, но у системы MasterCard существуют ограничения на онлайн-покупки. Как вариант, партнеры смогут создавать виртуальные разовые карты для осуществления онлайн-платежей. По словам Клаудио Энрике, окончательная привязка Eagle Trade Card должна произойти в течение 10 дней, то есть примерно на этой неделе. Для россиян отличная новость в том, что EcoBank Coin уже объявил об открытии филиала в России. Клаудио Энрике сказал, что филиал в России может быть открыт в течение 90 дней.
Партнеры, которые летели в самолете с Клаудио Энрике, своими глазами видели, как он использовал свою карту EcoBanCoin. Это не карта Eaglebee Trade, а именно карта EcoBanCoin. И сотрудники авиакомпании сначала сомневались, что платеж пройдет, но он прошел. EcoBanCoin дорожит своей репутацией, и каждую компанию, которая хочет стать партнером банка, очень тщательно проверяют. Eaglebee Trade проверяли на протяжении нескольких недель. Не разрешается снимать и публиковать видео о том, как работает карта EcoBanCoin, во избежание проблем со стороны регуляторов. Относительно заявок на вывод. Те заявки на вывод, которые находятся на данный момент в обработке, то есть пендинг, будут обработаны сразу, и средства будут переведены на сайт Eagle Trade Card. 4000 биткоинов, которые Эдсон Джуниор демонстрировал на мероприятии, это его личный кошелек, страховая подушка, как президента компании. Всего у компании 10 кошельков, и 4 из них контролирует сам Эдсон Джуниор. 6 остальных кошельков контролирует мастер-трейдер, который руководит командой трейдеров и непосредственно работает с роботом. Eaglebee Trade сотрудничает с компанией Red Carpet, которая организует шикарные мероприятия с участием звезд мирового уровня. На встрече было шампанское Бочелли, которое выпускается певцом Андреа Бочелли под его брендом. Мероприятие компании прошло в отеле, принадлежащем Криштиану Роналду. И такие мероприятия – это тоже один из продуктов компании. Начиная со следующей недели, телевизионный канал Benfica будет делать новостной выпуск, освещающий события в компании Eaglebee Trade. Планируется сотрудничество с компанией, которая выпускает оборудование для проведения голографических презентаций на расстоянии до 2 км от компьютера. Почему компания была зарегистрирована именно в Дубае? Потому что там в 2020 году будет проводиться выставка, на которой расчетной единицей будет биткоин. К сентябрю будет добавлено 4 продукта, из которых 2 – это физические продукты. Также планируется развивать благотворительное направление Eagle Angels. В качестве примера привели случай, когда в Африке всего за $200 был выкуплен участок земли, и 80 женщин обрабатывают этот участок и выращивают продукты для своих семей. Для многих стран $200 – это небольшие деньги, а кому-то эти $200 могут значительно улучшить жизнь. Ну и очень приятная новость сегодня. В наших кабинетах Eaglebee Trade появилось сообщение как раз о подключении новой платежной системы. В частности, там есть следующие слова. Будут доступны карты Visa, MasterCard, Classic или Gold. Выборы карточки доступны участникам, но если вы хотите, вы можете приобрести 4 карты, связанные с той же учетной записью. Стоимость карточек уже с включенной доставкой составляет Classic $20, золото $40. Срок доставки составляет 15 рабочих дней в любую точку мира. Напоминаю, что те, кто уже заказал и оплатил карты в системе Pages, вам дополнительно заказывать не нужно, потому что компания вам пришлет 2 карты бесплатно. Одна карта будет системы Visa и MasterCard. Но мне это слышать приятно, потому что я как раз оплатил карту в системе Pages и, соответственно, должен получить одну карту Visa и MasterCard. Итак, как видите, достаточно много позитивных новостей на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!